Караганде открылась выставка произведений Абая и книг, посвященных великому мыслителю и просветителю. В фондах областной детской библиотеки, носящей имя поэта, собрано свыше 130 различных изданий. Самая старая книга 1944 года – это произведение Пушкина в переводе Абая. Сейчас раритет находится в отделе ценных книг, на руки посетителям не выдается. Кроме того, в библиотеке имеются переводы Абая на 4 языках. Библиотекари говорят, что произведения поэта востребованы ежедневно. Его труды особенно часто спрашивают учащиеся 7-9 классов. А младшеклассники в основном читают стихи о природе. Новые технологии позволяют знакомить с творчеством Абая и дошколят. Те аудиокниги, которые мы закупили, это как раз таки вот, как приобщая детей к чтению. Да? Они еще могут не умеют читать, но уже прослушивать его произведения могут.